motherfucker. Ага. Нормально. Ну, ящик в воздухе летает. А, ого. Это какая-то левитация. У меня поздно летающий ящик. Это аэродроп, короче, прикинь. Потому что еще не готов. Да, завиздроп. Жалко, на него встать нельзя. Это либо вот здесь вот он появляется. Зеленый гоблин. А, во. Кераксас. Волк. Есть. Это как выглядит? Как чудовище? Нет, это суккуб. Вот здесь вот должна кто-то быть. Да, вот суккуб. Вот она. Не. Найдено. Не, гроза преисподней. А, вот она. Где? Наверху. Наверху. А вон мечки нарисованы. Да. Вот она. А что за мной ползет? Нет, это тоже не она. Вот, это она, смотрите. Отомщение аватара Вилари. Что это такое? Вот она упала к моим ногам. Пойдемте на пушку. Там хотя бы, ну, все понятно. Пойдемте, просто пойдемте. Жесть, а у меня жаба такая есть. Женщина, вы ползете, женщина. Караван. Вчера идем по мосту или что-то такое. Такая идет. Ну, надо было просто пройти по широкой прямой. Такая идет. Ой, типа птички в небо засмотрелись. Хуй. И со скалы. Башня упала, да. А, помнишь подземелье, где мы там по кругу шли дракона убивать? Я иду, она практически прошла по прямой, все хорошо, и в конце такая, о, дракончик. Я же оштрял. Подожди, а я могу на него сесть? Нет. Олеж, подожди. Нет, не можешь. В смысле нет? Нет. Могу? Нет. Давай, ладно, потрать свое время. О, алкоголь. Подожди. Подожди, это что? Что за херня? World of Warcraft. Охренеть, нихерово так глюкануло. Давайте сюда. Разбегайтесь. Да. Слушайте, ну спуск же есть, но ёпать. Камнем вниз, нет. Не, просто сверху казалось, что я долетаю. Блин, такой классный щит, мне нравится его шейдер. Но он в целом тебе подходит по тематике, смотри, он как будто из одной композиции. Да я как будто бы какой-то броненосец Потёмкин, а это типа якорь. Авиасейл. Щитоносец. Хоть не рогоносец. Ну, тут я не знаю. Макак. Такой, ну хоть, говорит, не рогоносец. Мне что-то так редко азарт стал пробовать. Ковен уничтожит вас! Ковид? Да. Ковид уничтожит вас, в смысле? Я смотрю, что очень много иностранцев на наших серверах играет. Это русский сервер. Они идут на русские сервера. Сервелат. Русский сервелат. Класс. Они идут на русский сервелят, водку, балалайку. Сервелят. Сервелят. Идут на русский сервелят. Сервелят. Их очень привлекает русский сервелят. У меня глюк. Что у меня с головой? Что у меня с головой? Букшторм. Какой-то, я не знаю. Вот так выглядит мигрень. Ты видел, как они эпично отыгрывают смерть? Слушай, а смысл от этой армии, когда она ничего не защищает? Они чисто манекены такие, да? Такие, знаешь, это устройство на работу. Ищем на работу красивых манекенов. Одинаковых. Да, одинаково. Как либо роды. Требуются никчемные близнецы на воротах. Вообще класс, да? У тебя тоже сейчас в воздухе карта вторая. Скалы. Что? Тип вот тут вот летает. Нет. Я, кажется, вижу мертвых. Я тебе кричу. Экспектопатрон. Вот чтобы ты понимал. Смотри. Давай просто включи мне показ. Я вот... Давай, это лучше показать, бесспорно. Потому что... Ты что, это пиздец? Даник, ты сейчас умрешь. Смотри, лечу вот вроде бы, да, вот так вот. Видишь? Тут вроде бы начинается какая-то херня, а потом вот это. Блять. Это у тебя лагает или у меня? Вот это страшно. Посмотри.
просто клетка какая-то летает с типом на кусочки зерен. Чуваки падают. Не, это я думал, это военные. Я подлетаю такой и смотрю, короче. А это самая опасная армия. Удильщики. Чуваки с удочками. Просто. Тут какая-то ящерица падает. И чуху вообще, что это, блядь. Потом резко ужас. Карта обрывается вот так вот, видишь? Ужас, блядь. Что это? Потом я могу делать вот так вот херак и нормальная дорога. Нет, это мультивселенная на слои на друга. Жесть. Короче, с босса падает его вертолет, вот этот, на котором он летает. Ну это лучше, чем вообще ничего. Воскресишь меня потом? А, ладно. У нас просто папа сегодня ответственный. Но его тут нет. За хлебом пошел. Примерно так. В Казахстан за кумысом. На лошади. Мало ли проголодается по пути, а тут и мясо. Ну, я сам без лошади, да. Поэтому долго. Я, говорит, мясо без хлеба не ем. Че, куда дальше? Ниже, да? Если долго-долго-долго. На горшке сидеть. Могут. Ножки анимеют. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Подожди. Волосы ничего не падает. Жесть. Хочешь ее потрогать палкой? Понимаю. Офигеть, он треугольник чертит. В его движениях есть смысл. Геометрический. Может, он что-то, может, он пишет там па. В натуре. Он скорее всего что-то пишет в этом стиле. Помогите! Блин, сначала подумал, что у меня что-то с монитором. А потом, оказывается, тут артефакты на карте. Здравствуй, Лаки. Ого, у тебя там... Ой, а тут кто-то со мной еще есть. Ну, это кто-то тоже проходит. Да. Катя такая милая. Кто же это, блин, может быть? Ёпта. Что-то есть. О, яблочко. Заебись. Так и запишем. А ты пришел ей помочь, да? Да. Ой. Подойти поближе. А кто это такой красивый? Это я. Титаник. Это я. Привет. Он, кстати, тоже паладин. Тоже корова. Серьезно? А ты корова-мальчик? Я пошел. Беги, мальчик-корова.